Ребята, всем привет! С 1 декабря по 30 стартует 5-й гитарный марафон. И я приглашаю принять вас, гитаристы, в нем участие. Будут самые разные приемы игры. Мы будем делать элегантную технику, будем играть медиаторную технику. Будут задания на выносливость, будут задания на тэппинг, задания на свип, на все-все-все. Будет очень интересно, у нас большая тусовка. Приходите, присоединяйтесь. Чем больше народу, тем интереснее участвовать. Заявку на участие нужно оставить на моем сайте nnsokolov.ru. Прям можно на главной странице колесико провернуть и увидите гитарный марафон, там где люди бегут. Принимайте участие, записывайтесь на марафон. Более подробную информацию я скажу вам после того, когда вы зарегистрируетесь. Жду вас на марафоне 1 декабря, не пропустите. Еще раз напомню, что такое гитарный марафон. Это некое событие в гитарном мире, которое даст вам возможность заниматься еще лучше, еще больше, и вы почувствуете такой некий дух соревнования. То есть всегда, когда есть соревновательный дух, то люди начинают лучше заниматься. Понятно, что мы и так занимаемся, но когда происходит это со всеми вместе, то хочется заниматься еще больше, хочется показать наилучший результат. Это как соревнования, то есть когда ребята просто бегают по кругу, это одно, а когда соревнования, все бегают в два раза быстрее по кругу уже, согласитесь. Смысл гитарного марафона. Я даю вам задание какое-то определенное, либо это будет фраза, либо это будет такой прям целый кусок, сыграть импровизацию, которая уже у вас будет в табулатуре под фонограмму. И у вас на это задание уходит 3 дня. За 3 дня вы получаете задание, это первый день. Второй день у вас вы это все проигрываете. И на третий день вам нужно его просто записать на видеокамеру, выложить в сеть, в YouTube, и сделать там доступ по ссылке. Это делается достаточно просто, когда мы заливаем видео на сервис, на сервер, на YouTube. После этого мы пишем там, просто ставим там «сделать доступ по ссылке» и присылаем ссылку мне на почту. После этого я проверяю, делаю, даю вам определенный балл, и у кого больше всех баллов по истечении этого срока, тот и победил в этом марафоне. Жду вас 1 декабря на марафоне. Успейте зарегистрироваться и прочитать все условия, все правила. Если кто-то что-то не понял, пишите личным сообщением либо ВКонтакте, либо в WhatsApp, либо на почту, либо еще куда-нибудь. Жду вас на марафоне 1 декабря. Пока!